Это от жуликов? Да, вроде того. Выглядит неплохо. Господин Панахи, снимаете фильм? Вы таксист? Быть не может такого, господин Панахи. Зачем ты приехал за мной в этой машине? Я сказала ребятам, что за мной едет дядя-режиссер. Подумай о моей репутации, раз уж не хочешь думать о своей. Если поедете быстрее, дай бог, успеем. Рывки умирают. Поторопитесь. Они умирают. Быстрее умирают. Дайте мне бумагу. Я хочу написать завещание. По закону она не может наследовать все, что ей достанется от Интюки. Он просто испугался. Выглядел он плохо. Никто не рождается вором. Повесили бы двоих. Я поняла, но вы не правы. Остальные бы поняли. Поняли. Сначала создаются условия, а потом совершаются преступления. Или вынужден бежать из страны, или хочешь вернуться в тюрьму. Я думаю, будь что будет. Вот так. Положу здесь. Он знает дорогу и поедет быстрее. Вы странный какой-то.